Ну что же, декабрь в лужах – это редкость для Омска, и перепады погоды продолжатся. Об этом сегодня рассказали гидрометеорологи. 14 и 15 декабря сохранится неустойчивый характер погоды. В среду днем ожидается потепление до 0 градусов на юге области и до минус 2 в городе. А к вечеру четверга прогнозируется резкое понижение температуры до минус 20 градусов. Зима серчает. 14 и 15 это дни будут неустойчивы по погоде. Это будет завтра день, когда у нас на юге области температура может быть до 0 и минус 5 градусов. На севере это значительно холоднее, до минус 10, минус 14 градусов. Но начиная с 16 числа наша область окажется под влиянием арктического воздуха и установится морозная погода. Температура постепенно будет понижаться от 1 ко дню. И уже к 19 числу у нас ночные температуры могут достигать 30 и ниже градусов. 19 и 20 декабря морозы усилятся ночью до минус 33, однако при прояснениях ожидается до минус 38 градусов. Днем теплее ненамного, от 26 до 31 градуса мороза.